Привет. Надо поговорить. Кен, отстань, я занята. Ну вот, ты как всегда занята. У твоего этого толстячка у тебя время есть, а на меня? А? Кен, что? Что тебе нужно, а? Не что, а кто мне? Ты нужна. Кен, ну ты что, непонятливый, что ли? Ну правда, ну я занята, я понимаю, что ты или Соня, нет? Понимаю, понимаю, Соня. Я тебя хочу. Ты вообще, да, вот не догоняешь. Ты понимаешь, что у меня очень важное дело. Я понимаю, да. Что там важное? Укажи, ну-ка, подожди, дай посмотрю. Вот здесь. Ну-ка, иди сюда. Гет! Что такое? Гет, мне нужно... Гет, подожди, ты на мне нужно... Я соскучился. Я понимаю, что ты соскучился. Ну, Кен, ну подожди. Ты готова? Мы... Так. Понятно? Что тебе понятно? Все мне по... А что это вы так вырядились? Понятно, свидание очередное, да? Какое свидание? Не какое надо. Свидание? Действительно. Просто я вступил в должность технического директора. Я вошел сюда, надо отправить факс. Что? Все. Бумагу отдай. Нет, Соня, это я должен отправить факс. Отдай я же технический мне бумагу. Директор. Не надо, Соня, ну мне поручено. Дай мне бумагу. Да вы что делаете? Да вы что делаете? Меня вы хоть стеснялись-то, а? Да вы что делаете? Так, бумагу отдай. Торик, я тебя предупреждал? А, понимаешь, я вступил в должность технического... Все. Я вас убью. Теперь его придется отдать в ремонт электротехники. Если ты его еще раз уронишь, ему уже ничто не поможет. Это его проблемы. Гена, у тебя в твоей качалке фитнес есть? Что? Факс есть? Факс, у меня все там есть. И факс есть, у меня элитный фитнес-центр. Замечательно. Держи вот этот счет, отправь факсом в банк. А, хорошо. Не этот, а этот. Чего? Этот. Я ничего не понимаю, почему этот? Ну, это надо в банк отправлять. Там наши три подписи-то. Ну, хорошо. Да. Хорошо, Гена. Что? Отправь этот счет. Да. Вот этот. Понятно? А, понятно. Окей, понятно. И... Не перепутай. Угу.